Институт красоты проходишь, я думаю, может прямой эфир сделать, показать вам красоту-то всю. Сейчас подключитесь у меня. Показать красоту всю вам на лайфе. Да, привет всем, привет. Смотрите. Как атмосферненько, да? В Лондоне плохая погода. В Лондоне ни одного нету. Облачко на небе. Вот вам плохая погода. Лена Миро, это вот она, ну, я не удивлюсь. Вообще-то я не удивлюсь, если так она будет. Сейчас у меня просто руки не дошли. Я предлагаю пожаловаться на ее аккаунт. То, что она пишет оскорбительные вещи. Но я потом это сделаю, сейчас пока не до этого. Хай. Привет, привет, привет. Всем привет. Я иду за ребенком в школу. Гуляю. И говорю, когда спрашивают, скучаешь по Монако, я понимаю, что я даже не вспоминаю про Монако. Ну, я, конечно, очень люблю Монако, безумно, но не то, что не скучаю, а кайфую от Лондона вообще. Прям кайфую по-настоящему. Погода нереальная, ребят. Я просто не знаю, зачем я надела свою куртку. Она просто лишняя здесь, на моем празднике жизни. Ой, это я не люблю прям. Ой. Хэм-хэм, пучина. Всегда так ветрено, как в Махачкале. Нет, здесь не ветрено. А в Лондоне, да, я приехала в Лондон. Приехала в Лондон строить свой бизнес. Смотрите, какое здание прикольное. Нереально, да? Сережки, это не береза, это изумруды. Самый часто задаваемый вопрос про эти серьги. Что за серьги? Это изумруды. Бушерон. Они просто очень чистые, у них качество, чистота нереальная, поэтому они такие красивые. Так. Сейчас вот так надо дорогу перейти, я не вижу солнца. Удачи во всех начинаниях. Спасибо, изумруд. Ну да. Так, я запуталась, я немножко здесь еще не привыкла, в какую сторону смотреть, поэтому смотрю в обе стороны сюда. Когда дорогу перехожу. У нас только 2 часа дня. Поэтому у нас светло, еще время. Обед. А почему Лондон, а не в Париж? Да, что в Париже делать? Вот что в Париже делать? Чем там заниматься, интересно, в Париже? Мне интересно. В Лондоне интереснее. В Лондоне можно учиться. Все-таки как английский у меня.